друзья, мы сегодня купили билеты в Сочи и обратно на 7 октября. Сегодня у нас 18 августа, то есть еще чуть больше месяца до отправления. Полтора. Ну, полтора месяца, да. Мы купили билеты, но мы еще не знаем, поедем мы туда или нет. То есть получается, что если мы не найдем хоста в Сочи, ну или кого-нибудь там еще очень бюджетное жилье, а то мы туда просто не поедем. Мы сдадим билеты, как бы, и все. Но просто мы решили, что если будет, ну, до последнего дня оставаться шанс, что эта поездка будет нам под силу, то грех не воспользоваться. Поэтому билеты есть, мы немного потеряем, если сдадим потом их. Вот так вот. Будем надеяться, что у нас все получится. Да. Привет, в общем. Сегодня 7 октября. Мы находимся на вокзале. И это значит, что наша задумка все-таки свершилась. Мы нашли хоста в Сочи. И сейчас, собственно, едем к нему. Я такая первая захожу в вагон. Иду искать наше место. Я его уже нашла. Вот тут. А вон мой любимый. Второй. Ты когда-нибудь был в пустом вагоне? Я только в метро был в пустом вагоне. Ссылочка на видео. А что, они верхнюю застилают сами? Да, что ли? Ну, возможно. Потому что фильм не понял. Круто, представляешь, они верхние вот эти вот застилают. А боковые, кстати, нет. Прикольно. Все, друзья, смотрите. Да, поезд терминный. Не знаем пока, чем он отличается. Посмотрим туалетом. Но вообще прикольно. Тут вот эти мягенькие. Класс, да, матрас? Ага, здесь что-то. А, здесь розетки, да. Перекажу. О, вот это вообще ништяк. Розетки. Кто тут такой обжорка? И кто тут такой обжорка? Ты. Нормальный ты вообще? Ты вообще нормальный? Да. Кто на ночь ест? Ты. Ну, то есть ты хочешь сказать, что и вот это я ем? Да. Я? Да. Такая маленькая девочка. Да. На ночь. Да. Как ты со мной живешь? Иногда бывает очень голодно. Тебе никто не поверит. А что пьешь тогда? Ну, отдельно призумел. Да ну, кстати, всем доброе утро. Сашка читает книжку, потому что он очень умный. Но я даже не отстаю, я даже читаю книжку. Ночь прошла как? Так себе. Спали плохо. Дома в кровати гораздо лучше. И мы едем. Где-то уже лежит снег, представляете? Круто. Как там в Нижнем у нас дела? Наверное, сейчас, когда вы отсмотрите, уже холодно. Там еще ехать целые сутки. Почти. Которых сослали сюда. Это хороший повод. Извините. Конечно. Кому? Мне. Тебе. Я нет. Я уже устала. Я хочу спать. Есть. Давай. Хулиганить. Заключительная часть пути обещает быть весьма красивой. Я уже все сделала.
Сашка. Соч. Ребят, мы приехали. Да. И идем, идем, идем. Идем, идем, идем. Ура! Нет, все-таки полутора суток в одном поезде. Это долго. Я прям заскучал, честно. Вот так. Это рубрика «Бич путешествия». Вообще весьма странная ситуация. Нам нужно доехать до Кудепсты. И прямо возле вокзала стоят автобусы, которые стоят 235 рублей с человека. Буквально через дорогу есть остановка, от которой можно уехать за 52 рубля. То есть в 5 раз дешевле. Для меня пока это немножко странно, но тем не менее мы сознательные гражданины, и мы нашли более дешевый вариант. И мы понимаем цену хорошо. И спасибо современным технологиям. Да, как нам помогли в этом немножко. Надеюсь, что мы сели правильно и сейчас поедем. Да, ты тоже надеешься? Я уверен. Ну, рассказывай. Мы приехали в прекрасный, курортный город России. Супер распиаренный, популярный среди туристов. Город Сочи. Не так давно мы заехали в Косту. Лизе мы ее обязательно покажем. По крайней мере, то место, где мы живем. И сейчас мы вышли на первую прогулку. Тут, в общем, это первая наша встреча с здешним морем. Сейчас мы прошли по пирсу, а потом пойдем мочить ноги. Что еще сказать? И пойдем вдоль по набережной. Туда. И будем вам потихонечку все показывать. Да, дойдем до порта. Да? Да. Ну там как яхта твоя. Да. Да. Это мне кажется, они, может быть, типа волны сглаживают, скупают, да? Сука. Вот. Я хотела! Аня сказала, что мы будем мочить ноги потом. Но я не думаю, что это будет так скоро. Все, у меня балетки прям насквозь промокли. Помочила ноги? Я счастлива! Чего и вам, друзья, советую. Конечно, что вы не писали, намочил, блядь, все ноги себе, теперь буду ходить чавкать, блядь. Ну и ладно. Нет, я не то, чтобы прям там как-то очень сильно этому не рад, но просто это не особо-то приятный факт, ходить чавкать ногами теперь. А ты чавкай ртом. Громче, чем ногами, тогда ты не поймешь. Было бы мне чем чавкать. Ане было недостаточно мокрых кроссовок, она решила еще и джинсы намочить. Красота, даже качельки. Качай меня. Качельки. Значит, качались на качельках, смотрели, смотрели на солнышко, пришел к нам дядька, говорит, 150 рублей чат качельки. Я, конечно, в принципе, знал, что тут так все устроено. И то, что лежаки стоят, да, они вроде бы как просто стоят, но на самом деле они платные. Ну просто как-то я думал, что качельки, ну, бесплатные. Оказалось, нет.
Я просто вообще думаю, вот... Как думаешь, уебать его, если качать, они будут платные? Нет. Притом, 100% нет. Притом даже если они будут от отеля, да, от какого-то. Мы только что прошли по набережной Сочинской, то есть тут из-за этих вот угловые такие зоны, да, где пляжные, поэтому рядом с моим идти нельзя, потому что как бы из-за этих пиксов приходится идти по такой аллее. Она, как это, наверное, в каждом приморском городе, утыкана всякими сувенирами, чурчхелы там и прочими какими-то такими стандартизированными развлечениями приморскими, поэтому там лично для нас ничего интересного не было, мы толком ничего не снимали. Идем дальше. Люди, кстати, купаются. Да, вода, ну, довольно-таки тепло. Чего? Ну, я думал, она будет. Ты когда зашел, сказал, холодная. Да, я не знал, потому что ты сказал, что там очень теплая. Теплая. Да, поэтому, когда я потрогал ее, ты думал, она теплее, да? Она мне показалась, что она, да, я думал, что она будет теплее. На набережной в городе Сочи есть такая стена. Память. Да, поэтому мне кажется, что это надписи с Рейхстага, которые, ну, надписи, которые сделаны на Рейхстаге. Что вот Волга-Берлин, там точно написано. И через века, через года тоже. Помните. Мы защищали Одессу. Да, я точно не уверен, но мне кажется, что это надписи с Рейхстага, перенесённые сюда. В принципе, мне кажется, это в какой-то степени даже прикольнее, чем, ну, пресловутый там вечный огонь, да? Ну, не то, что обычный огонь, это плохо, просто это гораздо оригинальнее, что ли. А, ну что, я думаю, будем это брать. Да. Мы просто с Аней зашли прицениться, думаем, лодочку себе прикупить, вот такую вот. Маленькую, вот эту вот серенькую. Ну да. Нам так на выходных поплавать, вот. Потом оставим тут. Можем себе позволить, что? Да. Мы не успели зайти. Какая не наступила мне на сынок, как завязала ее. Ну я же не специально. Мы не успели зайти, как нам стали прибегать люди. Ребят, на яхте покатимся, на яхте. А за скидочкой? А без скидочки? Ребята, а на премиум? На прогулочку приглашаю вас на хорошей яхте прокатиться. Не желаем. Ну как хотите, ребята. А сколько стоит? 800 рублей, но на очень большой яхте, ребята. Вон такая вот яхта, видите, стоит? Большая яхта. Синим верхом, видишь? Ага. Вот на такой яхте вы можете прокатиться прямо сейчас, если хотите, ребята. Ну нет, с радостью спасибо. Вас проведу. Если хотите, сразу. Спасибо. 800. Вот, потом мы сказали нет, нам подошел еще один человек, потом мы сказали нет, подошел еще один, говорю, надо снять видео. И подошел еще один, как бы. Ну зачем нам кататься один час за 800 рублей, когда мы уже решили вот это? Мы еще вот это вот купим, да, и прокатим. И будем кататься сколько хотим. Сейчас я только шнурки завяжу. Пойду по абрикосовой, сверну на виноградную. Я на тени впилась, я постою в тени. В общем, мы хотели посетить смотровую площадку на башне Розы Ветров. Вбили, как белые люди, в навигаторе Розы Ветров.
и приехали к Розветров, к отелю. А нужен был не к отелю, а к башне. Притом мы сюда шли около часа пешком. Вот. Дождь. Не, ну ночь нормально, ладно. Зато мы теперь кушаем хоть что-то из магнита. И у нас есть мокс. Брусничный. Сейчас поедим и мы... Поедем к озеру. Да. Еще надо было бы сразу снять, конечно. Но мы что-то растерялись немножко. Но сейчас вам Аня расскажет одну историю. В общем, друзья, буквально 3 секунды назад вы видели, как я ела очень вкусную хачапури. На самом деле она была невкусной вообще. Но у нее есть замечательная начинка – тараканы. Да. Для тех, кто любит экзотику, возможно, это бы и зашло, но мы не из таких, поэтому... Нам пришлось вернуть эту ересь назад в магазин. Да. Ну, нам сразу вернули, в принципе, без вопросов. Сказали, что, как всегда, виноват производитель, а не магазин. Не, ну, в принципе, она, наверное, так и есть, но... Но мы остались голодными. Но я не хочу больше кушать выпечку из этого магазина, извините. Да, зато он, походу, нам вернул сумму своего чека. Хотя мы еще сок покупали. Да. Сок у нас остался. Это хорошо. Надеемся, что он без тараканов, ибо там не видно. Ну да. Давай. Ну вот мы все-таки успели на эту башню, правда? К самому концу заката. Друзья, так прошел наш первый день в Сочи. Любуемся закатом. Голодные, холодные, но счастливые. Сейчас поедем к нашему хостелу. Да, он еще не прошел, но еще надо как-то на дом доехать. Кстати, вот в форме российского флага у дома горят подсветки. А мне кажется, так что-то не горело. Да, возможно. Поехали. Мы наконец-то поехали домой и сейчас пойдем готовить кушать. Кушать. Да, Сашка сейчас пойдет кушать готовить. Почему это я? А почему я? У тебя опыта больше. А тебе, значит, надо учиться. Зачем? А потому что учение свет. Но... Давай так, я готовлю, ты можешь посуду. Вот начинается, а я вообще-то в отпуске. А я где? А я где? Почему я никогда не в отпуске? Вот и дело, все, я в отпуске. О, так можно было, да? Ребят, я в отпуске. Ну все, мы спать. Ну, спать тогда. Пойдем, мы же не будем терять времени. Ой, я не могу идти с этого теплого пола, у меня там уж ноги так замерзли. Я просто лежу и кайфую, ты понимаешь? Ладно, я друзья. Даже есть не так хочу, как просто покайфовать. Сейчас придется еще до кухни тащить. Еще и пакет. Все, друзья, меня ждут дела. Пока. Праздничный ужин. Макарохи с рисом. Приятного аппетита. Доброе утро, дорогие наши друзья. Наш второй день в Сочи начинается. Мы уже позавтракали, привели себя в порядок, отдохнули, поругались, помирились.
Когда мы мирились, я что-то не пойму. Ну, окей, давай мириться. Не, погоди, когда мы ругались. Ну, когда ты на меня с английским ругался. Я тебя не ругался. Больше мы еще сегодня не ругались, да. Вот, и пошли гулять. Сегодня мы едем в Сочинский парк. Да, правильно? В Олимпийский. В Олимпийский Сочинский парк. Идем на остановку. Надеемся, что доедем без приключений. И вообще день пойдет без приключений. Я надеюсь, что приключений. Вот вы думаете, с чего начинается наша прогулка? Сашкиных дурилок. Вот видите, он сначала убежал, а теперь типа сидит, меня ждет. Я вас слушаю. Красавица, иди сюда. Чего тебе? Иди сюда, красавица. Нет, у меня муж. Эй! Красавица. Чего вам надо? Ничего. Ну вот видите? Уже. Я добрый. Саш! Уйди нафиг! Собьешь меня сейчас с моего ритма? Ой! Вот дурилка! Вот как вот с ним можно куда-то ездить? О! Я вам без него не пробую. Ужас! На камеру. А зачем? Будешь снимать всех. И меня тоже. В общем, мы приехали в Олимпийский парк смотреть на Олимпийские игры. Ну, кстати, весьма красивый вид на горы. Нужно сказать, что мы первый раз с Сашей так близко видим горы вживую. Ну, вообще видим горы, да? Вживую. Вживую, да. И там на самом деле видно снег. А я думала, это все фантазии и выдумки. И фотошоп. А по поводу самого этих олимпийских объектов, я еще до конца не сложила свое мнение. Но вот, допустим, вот этот вот стадион, который называется Фишт, это там проходит футбол, да, я так понимаю? Ну, сейчас очень играет футбольный клуб. Вот, матчи вообще. Вот визуально он был похож на какую-то развалившуюся раковину. Мне не очень нравится. Вот мне нравится вон то голубое здание. Я пока не знаю, что это такое. Нравится вот как выглядят вот эти горки. Ну, мы сейчас туда пойдем, покажем все поближе. Ну, это вот этот Олимпийский огонь. Олимпийский огонь. Он больше никогда не загорится. Какой-то такой вопрос, да, философский. Когда будет у нас Олимпиада еще раз, да? Ну, давай этим будет в Сочи. Кстати, уже выбрала место, где ты будешь кружиться в Сочи. А тут нету какой-то главной площади? Не знаю. Я могу уже кружиться. Так у меня платьев нет. Друзья, среди есть мастера видео там монтажа? Мастера. Подрисуйте мне. Прихотлив, в принципе, чувство юмора какой-никакой есть. Да. Заявки оставляйте по номеру телефона. Вещи раскидывает, не стирает, не прибирает, обещает подместить, 3 дня не подметает. Так что я... Ну, на четверг ты-то подметаю. Это если уже совсем все плохо. Так что, если вы хотите его забрать, то подумайте. Блин, я вам ой. Извините, друзья. Всем нужен, понимаю. Кому всем? Это вот главный видео дворец в Сочи. И вот это я не знаю, что там есть. И, в общем, я это уже вам показывал.
Пойдем на море посмотрим. Тут такая аллейка, она идет, наверное, к морю. Да, и тут уже пахнет шашлычком. Тут будут сейчас всякие ништяки, кафешки, ништяки. Все, что нужно богатому туристу. Друзья, приезжайте в Сочи с резиновыми тапочками для купания. Ну, если вы не ёб, конечно. Я вот не ёб. Поэтому мне нужны тапочки. Не ёб? Нет, я не ёб. Какая ёб? Ну, мы, кстати, дошли до пола. А ели, кстати, на Грузии дойдем. Мы еще дойдем. Это, короче, медуза. Не знаю, вам видно на видео или нет. Я не... Рубрика «Бич путешествия» продолжается. Мы сейчас шли в Адлере по набережной. Я увидел пятерочку, там в дворах мы пошли купили вот вафельки, водички попить. Реклама. Муля, можете мне доплатить? Но можете не доплачивать. Друзья, очень вкусные вафли. Советую всем. Согласен. И водичка. Кстати, вафли по акции. Вообще, очень выгодно. Выгодно вдвойне. Это наш перекус. Да. Время уже обед, мы хотим кушать. Но нам сейчас идти, как говорит Google карта, 5 километров до границы с Грузией. Мы, конечно, предполагаем, что нам идти меньше, потому что мы немножко другим путем идем, не как нам показывает карта. Но... Обычно это плохо заканчивается. Ну, мы же сейчас по прямой, мы прям по набережной гуляем. Ну, да. Вот, поэтому докуда дойдем, до тут дойдем. И потом нам надо будет вернуться назад, успеть к 7 вечера на поющие фонтаны. У нас зато очень красивая дорожка. Сейчас Саша покажет. Мы идем, у нас с одной стороны море, а с другой стороны горы. Но вы их сейчас не видите, потому что мы сидим. И, в принципе, довольно неплохая дорога такая. Вот. Все, пожелайте нам приятного аппетита. Друзья, экономия превыше всего. Помните об этом. Мы дошли наконец с Абхазии. Хотя думали, что это Грузия. Ну, да. Но это больше такие политические вопросы уже. Но в любом случае мы дошли. Вот она. Да, запретная зона, проход запрещен. И мы стали впервые так близко к границе с каких-либо двух стран. Мы сейчас, наверное, можем показать вам Абхазию из-за забора. Вон она какая. Вообще тут очень классный вид на горы и море. Кстати, моя рука сейчас на международной низу не находится. А у меня голова. Ни хера себе ты. Слушай, ты знаешь, что ты нелегально границу пересекла сейчас? Я не пересекла, это же ногой. Ну ты головой пересекла границу сейчас. Да я тут вообще могу целиком пролезть через эти дырки. Да ладно. Блин, вот я бы сейчас тебе показала, но там КПП просто стоит. Ну да, вообще нас могут неправильно понять. Нет, голова самая толстая, кость считается. Ты же не кошка, во-первых, хотя у кошки. У человека тоже. А там бочком. Хотя мне бы горб, наверное, не позволил. Вот если бы не горб, я бы полезла. Друзья, если вы планируете нелегально пересечь границу, то если у вас есть горб, то, возможно, у вас не получится. Либо его надо оставить дома. Я просто сегодня не сняла. Решила с собой потаскать. Блин, ну вид, конечно, шикарный, просто. Море. Кто-то тут бухал на фоне вида. Нет, тут просто кто-то за границу бутылку выкинул. Негодюльки. Привет, Абхазия! Абхазии поменьше народу, кстати, у нас. Но надо сказать, что тут и пляж как-то погрязнее. Ну это не пляж, это просто это такая буферная международная зона. Ну, потому что тут умирают, да тут нет. Хотя кто-то умирает, я не знаю. Вот оба, на оккупации запрещено написано.
страны. А, это ерунда, книга. Все, идем назад. Идем назад, идти очень долго. Но мы в тележках, и солнце уже немножко садится, поэтому будет идти гораздо легче. И, кстати, для тех, кто там любит посвинчить в общественных местах, вот это для вас. Да, вот один недовольный был, его закопали. Так что будьте осторожны. Ну что, друзья, мы уже прошли почти весь наш путь и решили покушать, прежде чем идти смотреть на фонтанчики. Мы немножечко устали, Сашка у меня вон сгорел, да я шейкой покажу. Смотрите, вся шея красная и лоб и нос. Кушаем шаурму в очень, кстати, бюджетной кафешке. Прям на побережье, там вот море. Но мы его не видим отсюда. Сейчас повторим и пойдем. Когда сели, мы поняли, что мы немножко устали. С наступлением темноты горы Сочи начинают играть новыми красками. Это все зажигается, становится очень красиво. Нет, конечно, было красиво, но было по-другому красиво, нежели сейчас. Вообще, когда мы сюда шли, народ был к вечерам, народ, видимо, выпал. Ну, скорее всего, потому что вот именно вся красота, вся магия, вот это волшебство происходит в вечернее время суток. И вот все же, ну это очень красиво, это колесо. Днем это было просто колесо. Ну да, и днем это был просто замок, да, какой-то. Да, просто... А сейчас он очень, ну, красив. Он сказочен. Сказочен. Магия, да. Это магия, да. Да, и вот это вот. Осторожно, господи, что? Это гостиница какая-то. Тоже сейчас, видишь? И мы идем смотреть фонтан. Да, мы идем в фонтан. Они тоже будут светиться сегодня вечером. И стадион Фист. Тоже весь разными красками. И теперь он, кстати, горит. Еще больше похож на летающий объект развалившийся. Друзья, 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 вы наши друзья, да-да-да. И мы пошли на шоу фонтана. Дамы и господа, который вашему вниманию будет представлено эксклюзивное сейчас световодомузыкальное шоу фонтана «Чаша Олимпийского огня». Под управлением компании «Герон» перед вами выступят 246 водно-пневматических пушек, 12 веерных роботов, 734 цветных прожектора, система генерации тумана, стробозвезды, 6 гиперпушек. Шоу состоит из двух частей с перерывом в 30 минут. Первое отделение основано на произведениях популярных исполнителей. Второе – на шедеврах классической музыки. В целях вашей безопасности убедительно просим не заходить за ограждение. Приятного просмотра! We are the champions.
печали, песни прибоя, рассвет пробудит. Сердце как круга, ходит встречать.